Всех приветствую. Продолжаем бродить по городу Санкт-Петербургу, по выставкам. Музей Эрарта. Хорошая площадка для творчества. Очень много всегда здесь различных выставок. Я часто там бываю, рекомендую. Николета Чиколли. Страшные сказки. Понравилась мне работа этой художницы. Музей Эрарта представляет выставку художницы Николеты Чиколли, в чьем кукольном мире разыгрываются недетские страсти. Я зачитываю анонс к этой выставке. Работы, в которых проступает аутентичная жестокость народной сказки, героини, сочетающие в себе кровожадность и кротость. Автор, отмеченный премией Андерсона как лучший иллюстратор года. Действительно, такие некоторые работы жутковатые, но сделаны просто профессионально. Николета Чиколли более 20 лет иллюстрирует детские книги, сотрудничая с американскими, британскими, итальянскими, французскими и тайваньскими издательствами. В 2001 году она была отмечена престижной премией Андерсона как лучший иллюстратор года. В работах художницы, представленных в музее Эрарта, взгляд притягивает кукольная красота, нежность и юность героинь. Наивные, чистые лики излучают приглушенный свет, просачивающий сквозь туманный сумрак. Чем дольше взглядываешься в эти миловидные лица, тем очевиднее проступает в произведении автора аутентичная жестокость народной сказки. Обезглавленный заяц, пирожное с вырванным глазом, откушенная голова у пряничного человечка. Все это дело рук самой героини. Она леденец, прельщающий яркой упаковкой и поражающий неожиданным резким вкусом. Условный кукольный мир, где разворачиваются придуманные художницей сюжеты. Напоминая сцену, здесь разыгрываются недетские страсти. Перед зрителем, как в пьесе 16 века, проливается море клюквенной крови, а главная героиня упивается собственным одиночеством и меланхолией. Девочки, которые повинуются мышке, рыбке, птичке, взаимодействуют с миром животных куда лучше, чем с миром себе подобных. Исходящий от героинь свет никого не греет, в нем нет радости, от него неуютно и холодно, словно держишь в руках кубик льда. Авторская сказка Николеты Чиколли не объясняет мир, а рождает лишь новые вопросы. Кто все эти героини и что ждет нас в финале? Вот такой анонс к выставке Николеты Чиколли «Страшные сказки». Я нашел в интернете, на сайте Эрарта, выставка «Страшные сказки», автор Николета Чиколли. Интересные, добротные, как мне показались, работы. Пока-пока, до свидания.